Здравствуйте, уважаемые игроки и зрители моего канала, мы продолжаем с вами проходить Skyrim. Здравствуйте, уважаемые игроки и зрители моего канала, в прошлой серии мы добрались до Виндхельма, поговорили с Ульфриком Буревестником, и сейчас нас ждет дорога все до Сальчуда, чтобы встретиться с генералом Тульем. Так, для начала нам надо продать все лишнее. У нас что-то есть, что я даже не знаю. Так, что у них кладбище прямо. Звать меня Никс. Я повар в очаге и свеча. Ой, все будет хорошо. Мастер, вы слишком стары для таких путешествий. Мы не знаем, что внутри. Я могу сейчас. Сами видите, вам плохо. Посидите, я вам принесу лекарства. Так. Неизвестный. Так. Стержневый корень. Так, съедим. И все вроде. Ба, если бы ты и хворь было лекарство, я бы его давно нашел. Так, сплезубый тигр. Ладно, один используем. Блин, ну побольше ты его насобирать. Что ли? Ладно. Что-то у вас тут одни эльфы. Алхимия очень проста, но не для простаков, конечно. В этом случае я тебе помочь не смогу. Богатый ассортимент зелий и препаратов для алхимика. Угу. Так, зелье. Зелье здоровья мы возьмем. Так, зелье лечения. Так, сильное зелье лечения. Слабое зелье лечения. Ну и все вроде. Так, восстановление запаса сил. Забирай. Магию тоже забирай. Сопротивление ядом. Все что ли? Так, пища. О, козлятину забирай. Оленину. Ты съем. Вот это. Разные. Ингредиенты. Чего мне дофига-то? Нифига нету. Какие у тебя есть ингредиенты? О. Ладно. Отлично. Так, новый уровень у нас. Так, что, здоровье прокачать? Ладно, фиг с ним. Кузнечное дело я хотел прокачать в прошлый раз. Где ты? Ой, кузнечное дело, наконец-то. Так, вот. Отлично. Надеюсь, мы скоро увидимся. Надеюсь, что нет. Ненавижу вас. Так, раз у нас тут кузня рядом, давай-ка занимаемся кузнечным делом, что ли. Свежие фрукты и овощи. Фрукты и овощи, все свежие, на любой вкус и кошелек. Кожа. Кожа у нас полна. Пошли, друзья. Я дома.
Кузница. 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 Отлично. Ты так встала, хорошо. Шлемов не было. Физические драгоценные стальные имперские клепанные железные. Че, куда тебе кузнец-то пошел? В чем дело? Драконы? Все говорят, что Йорлунд Серая Грива лучший кузнец в Скайриме. Ничего. Вот увидите, я его переплюну. Да все, что доброму воину нужно. Че тебе есть из оружия? Так, это неинтересно. 24. Значит, противник урон огнем. Урон 24, а у меня какой урон? А тоже 24. Шмоток, что у тебя есть? Ладно, ерунда. Дай-ка мы тебе кое-что продадим. Так, ты забирай это тоже. Так, это моё. Так, у тебя эльфийского, ты ничего не туда? Если нужна броня или требуется новый меч, обращайся ко мне. Я бы с радостью путешествовала больше, но кому хочется постоянно натыкаться на солдат? Да. Побрякушки, всякая всячина и прочие безделицы. Одни эльфы, а? Так, что у тебя есть интересное? Есть что ли такой шлем? Я могу сам сделать. Ладно, фиг с ним. Так, зелье. Зелье лечения. Слово зелье лечения. Так, пища, книга, разные. Блин, что-то дофига все стоит. Так, этот я возьму. Шпин, уголь. Всякое барахло. Так, так, так. Где же это? Кольцо забери. Пища. Так, разная. Все, что ли, больше ничего нельзя продать. Какая тут что? Картинка. Ну, типа, ну. На, забирай. Ну, все, вроде. Фрукты и овощи, спелые. Спасибо за жизнь. К вашему столу. Так. Всякая ерунда. Что нам надо сделать? Нам надо зарядить наше оружие. Так, это все заряжено.
Ладно, пойдем переночуем. Завтра с утра отправимся в путь. Каждую ночь я гуляю по кварталу серых и говорю этим красноглазым все, что о них думаю. Наш почет, скоро век притеснений совсем истечет. Ты иди сюда. Изгоним имперца в землю нашу. Большую яму, скинуть туда всех красноглазых ящеров. День за днем. Это очаг и свеча. Наверху главный зал, а на первом этаже комнат, что можно снять на ночь. Давай утолим твой голод. Так, пища. Хлеб не надо, тут хлеба вообще нет. О, хлеб. Так, ладно, яблочный пирог возьмем. Так, эль. Я пью только мед. Вот это вот. Помидорку возьмем. Так, ладно. Мы скоримские дети. Хорошо. Давай. Она твоя на день. Пойдем, покажи, где находится. Кажи этих чешуйчатых тварей. Но прежде очистим мы отчизну свою. Чё, где тут? Не уступим мы наших надежд. Мужик, я с тобой согласен, мне ни остроухи не нравится, ни рептилии человеческие. Квартал серых, такая мерзость. Здесь в твою славу нас пирга. О, ничего себе. Прикольно. Можно умыться. Так, что, есть ничего нельзя, да? Ладно, давай так перекусим. Угу. Сыр, говядина. Помидор. Или выпьем. Так, ладно. Поспим, что 5 часов вечера у нас сейчас. 12 часов. Дорога была долгая. Надо передохнуть хорошо. Отлично. Сходим на второй этаж, перекусим. Каждую ночь я гуляю по кварталу серых и говорю этим красноглазым все, что о них думаю. Нельзя, что ли? Блин, нафиг я сюда шел. Давай сюда вот сядем. О, да стой ты, понумать. Так, отлично. Перекусить. Так, говядина. Хлеб. Нет. Пирог. Отлично. Думаешь, никто не заметил? Да как так-то? Да мне пофиг. Ты кто такой? Если ты ищешь наемника, то он перед тобой. Нет меча сильнее во всем Скайриме. Да, пожалуй, нет. В Скайриме лучше не странствовать в одиночку. На твоей совести преступление против Скайрима и да его народа. Да блин, я ж случайно. Что ты можешь вообще сказать в свою защиту? Так. Поймали, я заплачу штраф один золотой. Молодец. А теперь пошли в замок. Весь краденый товар мы конфискуем. И гуляй. Конечно, после уплаты штрафа. Капец вообще. Так. Где я оказался? Дай-ка угадаю, кто
кто-то украл твой сладкий рулет. А вот не угадал. Ладно, погнали с толку. Так, лошадка моя, лошадка. Скакали. Вообще вьюга здесь дельфины в прошлый раз ездили. Так, барана вижу. Отлично. Туда нам не надо. Поскочим посюда. Блин. Здесь нет дороги. Так. Вот там дорога. Там ничего нет. Походу дела мы здесь не были. Что за фигня? А, дракон. Ах ты, зараза. Что за видео? Куритка. Давай садись. Еще один. Ладно, поехали дальше. Порубили. Погнали.
Ладно, слечет, приедем, что-нибудь себе подберем поинтереснее. Опа-на. Он в небе завис. Вперед. Встала тоже. Что еще что ли? Да блин, всех убило. Что за животное? Этот волков на наоборот на них нападает. Ладно, поскакали дальше. Знакомая таверна впереди. Мы здесь как-то отдыхали. О, блин, паучара. Уходим, уходим. Да блин, что такая беспечная-то, а? Да блин, вообще зараза такая. Долбаные пауки, а. Как я провалюсь-то? Ладно, фиг с ними, с этими пауками. Вперед. О, гаджеты идут.
вперед пошла. Смотри, уже не нападает у нас. Его, может, как-то объехать можно. Дозора дневного и ночного. Так. Ага, и волки тусуются. Фига у вас тут волки. Тупая лошадь, тупая скотина. Куда ты идешь, блин? Разваленный пить. Дали не ходит с осями. Значит, тут как бы безопасно. О, блин, медведь. Тут мою лошадку точно порвет. А вон. Уйди отсюда. Уйди, животное. О, блин, еще там кто-то впереди.
О, блин, его медведь порвал. Фу, я его медведя убил. Жесть. Вот так вот и живем. Тут такой-то. Кто-то кем ты был? Блин. Грабитель. Ты кто? Колдун адепт. О, нифига себе. Что-то так, танцы мне. Красноречие повысилось. Отлично. Читаем. Блин, какая длинная книжка. Ягоды. Корзина. Да ладно, все уж. Отлично. Рядом. Грибы растут. Каменные холмы. Ты что там такое стоял? Бабочки летают. Зимой в снегу бабочки. Оригинально. Волк опять. Хоть погода прояснилась уже хорошо. Он опять бабочка летает. Офигеть. Вот знакомая дорога. Рядом Маркарт. Вроде или как он называется. Неважно. Так, мы его проезжаем. Нам туда не надо. Все, вышли из этой зоны снегов. Ну и
очередной форт кем-то захваченный. Там даже не будет досуваться. Нафиг надо. Ворюга, что ли? Стопудово ворюга. Я их уже так узнаю. Давай. Опять как-то. Короче, давай сюда все, что у тебя есть ценного. А то выпотрошу, как рыбку. О, у тебя наручи прикольные. Так, уходи сейчас. Грозно, но я почему-то не боюсь. Больше я повторять не стану. Так. Эй, некогда. Ты куда? Не стоило сюда приходить. Просто полный набор доспехов. Здесь ничего нет. Здесь грибочки. Блин, только они нифига не берутся. Значит, мы уже здесь похозяйничали давненько. Ну, твою мать. Бабочка улетела. Насрать. Нет, собирать всякую фигню. Поскакали дальше уже. Насколько бабочек летает. Так, ладно, погнали дальше. Уже совсем близко. Солдаты. Еще имперские солдаты. Из ниоткуда появились.
интересно, драконы только в Скайриме летают или в других провинциях тоже? За лошадкой мы и присмотришь. Так, отлично. Так, ну туда надо идти. Не думай, что со мной можно торговаться, как с этими проклятыми лавочками. Блин, только хотел твою кузницу взять. Подай-ка мне. Клепанные кожаные. После того, как мы похозяйничали тебе в кузнице, давай-ка... Кажется, требованиям имперцев не будет конца. Впрочем, чем могу служить? Только лучшее оружие и броня. Казуй, что есть. Теперь ему тоже имперцы не нравятся. Давай продадим, что у меня есть. Так вот, голову забирай, нож забирай, так это мое. Тоже забирай. Меч. Так. Так, тут мне нужно. 6 полосок кожи. Ну, пожалуй, все. Заходи, если понадобится оружие или броня. Кузня всегда работает. Хорошо. Видишь тех воинов из Хаммерфилла? У них кривые мечи. Кривые мечи. Понятно. Так. Генерал. Тулии. В чем дело? Так. Я тебя помню еще с Хелгена. Поговори с легатом Рикки. Ты мне голову. Подозреваю, что нам пригодится такой человек. Обойдешься. Я здесь не понятно. Пойду. Больше не о чем разговаривать. Если передумаешь, поговори с легатом. Так, мне позвонить Седобороды. Седобороды? Чего от меня хотят эти отшельники? Так, они собирают мирный совет на высоком холодере. Что? Нечего тут обсуждать, пока этот предатель Ульфрик воюет против своего законного императора. Так, нам нужно заключить мир, пока землю окружают драконы. От них много неприятностей. Но меня прислали в Скайрим не для битвы с драконами. Мой долг — подавить это восстание. И я это сделаю. Есть драконы или нет драконов? Так, убеждение. Драконы куда больше... проблемы сейчас, чем братья Бури. Позволь мне об этом судить. К тому же, по нашим сведениям, братья Бури страдают от нападений драконов не меньше нас. Лучшее время для переговоров, когда ты сильнее. Разумно. Мы сейчас стесним братьев Бури, но наши линии изрядно растянуты.
Вот что бывает, когда пытаешься выиграть войну всего с несколькими легионами. Если бы только император дал мне подкрепление, которое я запросил. Так. Ты придешь на совет? Да. Да, хорошо, я приду на этот совет седобородых. Какой бы пустышкой он ни оказался. Наконец-то. Говорю же, Ульфрик собирается напасть на Вайтран. В таком случае он сумасшедший, у него нет людей. Мои разведчики докладывают другое, генерал. С каждым днем под его знамена встает все больше людей. Рифтен, Данстар и Винтерхолд его поддерживают. Какие знамена? У бунтовщиков нет знамен. Называйте как хотите, генерал. Но он будет брать Вайтран. Ярл Балгруф. Балгруф отказывает легиону в праве размещать войска в его городе. Совет в высоком Хротгаре. И веришь ли, и Ульфрик Буревестник, и генерал Тулей согласились прийти. Как быстро слухи распространяются. Ой, да я прибежал. Я не сюда же хотел. Так. Ладно, сейчас еще сходим. Продадим все лишнее. Ой, они уж собрались идти. У меня есть одна большая дельца. Интересует? Так, сюда вот зайдем. Подайте, у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. А если нет, может, это найдется на складе. Так, у тебя есть? О, то, что мне надо. Давай посмотрим, что можно сделать. Так, ты не буду использовать. Ой. Стинкраба. Так. Все, что ли? Так, да. Фига у тебя тут ступка. Там, походу, дело какая-то пусть еще лежит. Приятно видеть новое лицо. Ты случайно не из Вайтрана? Так тебя давай интересуют мои зелья и там ингредиенты? Зелье здоровья и лечение. Давай. Так. Сильное зелье лечения. Слабое зелье лечения. Давай возьмем. Продаем тебе. Так, и вот этих штук пяток. Хотя можно, наверное, штук. Так, 8, наверное. На, забирай. Так. Вот этих штук пяток тоже продать. Ягоды. Тоже забирай.
понадобятся травы или зелья. Блин, везде черепа. Громада какая-то. Найдется что-нибудь подходящее. Позови меня, если что понадобится. Давай посмотрим. О, привет. Хочешь что-то купить? Если тебе приходится задавать вопрос, сколько это стоит, значит, тебя занесло не в ту лавку. Давай посмотрим, что это. Одежда на любой вкус для понимающих покупателей. Шмотки. Так, нет. Нет, 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 нет. Может, такое купить? Жизни. Так, что это? Трава на головном упор нет. Так, нет. Что это взять-то? Головные упоры. Так. Может, тушек взять? Смотрим. Благодарю тебя за покупку. Неплохо. Смешно. Так, ладно, фигня. Побегаем так. Тут на улице, блин, прохладно. А мы, блин, бегаем без шапки. Так, ладно. Вон наша лошадь. Сейчас так вот встанем. Что тебе нужно? Да блин, уйди ты. Так, на сегодня будем заканчивать. Всем всего доброго. До скорых встреч. Пока-пока. Ладно, поехали дальше.
всех порубили. Ладно, погнали. Дальше. Блин, все небо затянуто. Холодина. Снег не прекращается. Не надо было шапку продавать. Ладно, слечет, приедем, что-нибудь себе подберем поинтереснее. Опа-на. Подкрепление, которое я запросил. Так. Ты придешь на совет? Да. Да, хорошо. Я приду на этот совет седобородых. Какой бы пустышкой он ни оказался. Наконец-то. Говорю же, Ульфрик собирается напасть на Вайтрана. В таком случае он сумасшедший. У него нет людей. Мои разведчики докладывают другое, генерал. С каждым днем под его знамена встает все больше людей. Рифтен, Данстар и Винтерхолд его поддерживают. Какие знамена? У бунтовщиков нет знамен. Называйте как хотите, генерал. Но он будет брать Вайтран. Ярл Балгруф. Балгруф отказывает легиону в праве размещать войска в его городе. Совет в высоком Хротгаре. И веришь ли, и Ульфрик Буревестник, и генерал Тулий согласились прийти. Как быстро слухи распространяются. Ой, да я прибежал. Я не сюда же хотел. Так. Ладно, сейчас еще сходим. Продадим все лишнее. Ой, они уж собрались идти. У меня есть одна большая дельца. Интересует? Так, сюда вот зайдем. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. А если нет, может, это найдется на складе. Так, у тебя есть? О, то, что мне надо. Давай посмотрим, что можно сделать. Так, ты не буду использовать. Ой. Приятно видеть новое лицо. Зелье лечения. Зелье лечения. Так, пища, книга, жазные. Блин, что-то дофига все стоит. Так, это я возьму. Шпин, уголь, всякое барахло. Так, так, так. Одежда. Кольцо забери. Разное. Так. Чё, всё, что ли, больше ничего нельзя продать? Какая тут чё? Картинка. Ничего полного. Нас забирай.
все вроде. Фрукты и овощи, спасибо за жизнь. К вашему столу. Так. Всякая ерунда. Что нам надо сделать? Нам надо зарядить наше оружие. Так, это все заряжено. Ладно, пойдем переночуем. Завтра с утра. Отправимся в путь. Каждую ночь я гуляю по кварталу серых и за говорю этим красноглазым все, что о них думаю. Наш почет, скоро век притеснений совсем истечет. Ты иди сюда. Изгоним имперцев землю нашу. Большую яму, скинуть туда всех красноглазых ящеров. День за днем. Это друг очаг и свеча. Наверху главный зал, а на первом этаже комнату, что можно снять на ночь. Давай утолим твой голод. Так, пища. Хлеб не надо, тут хлеба вообще нет. О, хлеб. Так, ладно, яблочный пирог возьмем. Так, или... Я пью только мед. Помидорку возьмем. Так, ладно. Мы скоримские дети. Хорошо, она твоя на день. Нас солнцар ждет светлый. Пойдем, покажу тебе твою комнату. Где находится. Покажи этих... Завтра с утра. Отправимся в путь. Каждую ночь я гуляю по кварталу серых и за говорю этим красноглазым все, что о них думаю. Наш почет, скоро век притеснений совсем истечет. Ты иди сюда. Изгоним имперцев землю нашу. Большую яму, скинуть туда всех красноглазых ящеров. День за днем. Это очаг и свеча. Наверху главный зал, а на первом этаже комнату, что можно снять на ночь. Давай утолим твой голод. Так, пища. Хлеб не надо, тут хлеба вообще нет. О, хлеб. Так, ладно, яблочный пирог возьмем. Так, или... Я пью только мед. Помидорку возьмем. Так, ладно. Мы скоримские дети. Хорошо, она твоя на день. Нас солнцар ждет светлый. Пойдем, покажу тебе твою комнату. Где находится. Покажи этих чешуйчатых тварей. Но прежде очистим мы отчизну свою. Ну, чё, где тут? Не уступим мы наших надежд. Мужик, я с тобой согласен, мне ни остроухи не нравится. Не рептилии человеческие. Квартал серых, такая мерзость. Эти здесь в твою славу нас пирожно. О, ничего себе. Прикольно. Можно умыться. Так, что, есть ничего нельзя, да? Ладно, давай так перекусим. Угу. Сыр, говядина. Помидор. Или выпьем. Так, ладно, поспим. Че, 5 часов вечера у нас сейчас. 12 часов. Дорога была долгая. Надо передохнуть хорошо. Пойдем сходим на второй этаж, перекусим. Каждую ночь я гуляю по кварталу серых и говорю этим красноглазым все, что...
блин, его медведь порвал. Фу, я его медведя убил. Жесть. Вот так вот и живем. Тут такой-то. Кто кем ты был? Блин. Грабитель. Ты кто? Колдун адепт. О, нифига себе. Речи повысилась, отлично. Читаем. Блин, какая длинная книжка. Ягоды. Корзина. Да ладно, все уж. Отлично. Рядом. Чем могу служить? Только лучшее оружие и броня. Казой честь. Теперь ему тоже имперцы не нравится. Так, так, так. Заходи, если понадобится оружие или броня. Кузня всегда работает. Хорошо. Видишь тех воинов из Хаммерфилла? У них кривые мечи. Кривые мечи. Понятно. Так. Генерал. Тули. В чем дело? Так. Я тебя помню еще с Хелгена. Поговори с легатом Рикки. Ты мне голову. Подозреваю, что нам пригодится такой человек. Обойдешься. Я здесь не понятно. Пойду. Больше не о чем разговаривать. Если передумаешь, поговори с легатом. Так, мне позвонить Седобороды. Седобороды? Чего от меня хотят эти отшельники? Так, они собирают мирный совет на высоком холодере. Нечего тут обсуждать, пока этот предатель Ульфрик воюет против своего законного императора. Так, нам нужно заключить мир, пока землю окружают драконы. От них много неприятностей. Но меня прислали в Скайрим не для битвы с драконами. Мой долг — подавить это восстание.
Я это сделаю. Есть драконы или нет драконов? Так, убеждение. Драконы куда больше проблемы сейчас, чем братья Бури. Позволь мне об этом судить. К тому же, по нашим сведениям, братья Бури страдают от нападений драконов не меньше нас. Лучшее время для переговоров, когда ты сильнее. Разумно. Мы сейчас стесним братьев Бури, но наши линии изрядно растянуты. Вот что... Больше ничего нельзя продать. Какая тут чё? Картинка. Ничего полно. На, собирай. Ну все, вроде. Спасибо за жизнь. К вашему столу. Так. Всякая ерунда. Что нам надо сделать? Нам надо зарядить наше оружие. Угу. Так, это все заряжено. Ладно, пойдем переночуем. Завтра с утра отправимся в путь. Каждую ночь я гуляю по кварталу серых и за говорю этим красноглазым все, что о них думаю. Наш почет, скоро век притеснений совсем истечет. Ты иди сюда. Изгоним имперца в землю нашу. Там. Скинуть туда всех красноглазых и ящеров. День за днем. Это очаг и свеча. Наверху главный зал, а на первом этаже комнату, что можно снять на ночь. Давай, Талик, мой голос. Так, пища. Хлеб не надо, тут хлеба вообще нет. О, блин. Так, ладно, яблочный пирог возьмем. Так, Эль. Я пью только мед. Вот это вот. Угу. Помидорку возьмем. Так, ладно. Мы скайримские дети. Хорошо. Давай. Она твоя на день. Нас Сомдар ждет светлый. Пойдем, покажу тебе твою комнату. Сюда. Где находится. Даже этих чешуйчатых тварей. Но прежде очистим мы отчизну свою. Чё, где тут? Не уступим мы наших надежд. Мужик, я с тобой согласен, ни остроухи не нравится, ни рептилии человеческие. Квартал серых, такая мерзость. Здесь в твою славу нас пир горой. О, ничего себе. Прикольно. Можно умыться. Так, что, есть ничего нельзя, да? Ладно, давай так перекусим. Угу. Сыр, говядина. Помидор. Или выпьем. Да блин, тупая лошадь, тупая скотина. Там волки впереди. Тоже завис. Капец. Да блин. Всех убило. Что за животное? Этот волков наоборот на них нападает. Ладно, поскакали дальше. Знакомый.
здесь как-то отдыхали. О, блин, паучара. Хуем. Да блин, что такое беспечная, а? Да блин, вообще зараза такая. Если бы только император дал мне подкрепление, которое я запросил. Так. Ты придешь на совет? Да. Да, хорошо, я приду на этот совет седобородых. Какой бы пустышкой он ни оказался. Наконец-то. Говорю же, Ульфрик собирается напасть на Вайтран. В таком случае он сумасшедший, у него нет людей. Мои разведчики докладывают другое, генерал. С каждым днем под его знамена встает все больше людей. Рифтен, Данстар и Винтерхолд его поддерживают. Какие знамена? У бунтовщиков нет знамен. Называйте как хотите, генерал. Но он будет брать Вайтран. Ярл Балгру. Балгруф отказывает легиону в праве размещать войска в его городе. Совет в высоком Хротгаре. И веришь ли, и Ульфрик Буревестник, и генерал Тулий согласились прийти. Как быстро слухи распространяются. Ой, да я прибежал. Я не сюда же хотел. Так. Ладно, сейчас еще сходим. Продадим все лишнее. Они уж собрались идти. У меня есть одно небольшое дельце. Интересует? Так, сюда вот зайдем. Подойди, у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. А если нет, может, это найдется на складе. Так, у тебя есть? О, то, что мне надо. Давай посмотрим, что можно сделать. Так, ты не буду использовать. Ой. Стинкраба. Так. Тупая лошадь, тупая скотина. Да ты идешь, блин.
это разволенная печь. Далее не ходит с осями. Значит, тут как бы безопасно. Никакой дороги, ничего нет. Две мирские руины. Но сюда не надо. Еще две мирские руины. О, блин, медведь. Тут мою лошадку точно порвет. А вон. Уйди отсюда. Уйди, животное. Блин, еще там кто-то впереди. Что ты будешь делать, а? Что ты будешь какой-то. Кто, кем ты был? Блин. Грабить. Точно. Так вот. Лучшая рыба. Сегодняшний лов. Блин, только хотел твою кузницу взять. Подай-ка мне. Клепанные кожаные. После того, как мы похозяйничали тебе в кузнице, давай-ка... Кажется, требованиям имперцев не будет конца. Впрочем, чем могу служить? Только лучшее оружие и броня. Казуй, что есть. Теперь ему тоже имперцы не нравятся. Так, так, так. Заходи, если понадобится оружие или броня. Кузня всегда работает. Хорошо. Видишь тех воинов из Хаммерфилла? У них кривые мечи. Кривые мечи. Понятно. Так. Генерал. Тулии. В чем дело? Так. Я тебя помню еще с Хелгена. Поговори с легатом Рикки. Ты мне голову. Подозреваю, что нам пригодится такой человек. Обойдешься. Я здесь не понятно. Пойду. Больше не о чем разговаривать. Если передумаешь, поговори с легатом. Так, мне позвонить Седобороды. Седобороды? Чего от меня хотят эти отшельники? Так, они собирают мирный совет на высоком холодере. Что?
Нечего тут обсуждать, пока... Ворюга, что ли? Стопудово ворюга. Я их уже так узнаю. Давай. Петь, короче, что-то. Давай сюда все, что у тебя есть ценного, а то выпотрошу, как рыбка. О, у тебя наручи прикольные. Так, ходи сейчас. Грозно, но я почему-то не боюсь. Больше я повторять не стану. Так. Эй, некогда. Ты куда? Не стоило сюда приходить. Доспехи 17, 10, 15. Зато они подходят нам. Ну, просто полный набор доспехов. Здесь ничего нет. Здесь грибочки. Блин, только они нифига не берутся. Значит, мы уже здесь похозяйничали давненько. Ну, твою медь. Бабочка улетела. Насрать. Нет, собирать всякую фигню. Поскакали дальше уже. Насколько бабочек летает. Так, ладно, погнали дальше. Приятно видеть новое лицо. Ты случайно не из Вайтрана? Так тебя давай интересуют по... мои зелья и там ингредиенты? Ну-ка, так, зелья. Зелья здоровья. И лечение. Давай. Сильно зелье лечения. Слабые зелье лечения. Давай возьмем.
понадобятся травы или зелья. Блин, эти черепа. Громада какая-то. Найдется что-нибудь подходящее. Позови меня, если что понадобится.